В жаркие июльские деньки в порту Патры царит необычное оживление. Попрощавшись с Грецией, наша съемочная группа отправилась еще в одну средиземноморскую страну. Корабль «Голубой горизонт» длиной 187 метров является вторым по величине пассажирским лайнером в Греции. Он может разместить в просторных и удобных каютах более 2000 пассажиров. Снявшись с якоря, корабль взял курс на Апеннинский полуостров. Вечернее солнце осветило морскую гладь. Уловив запах соленого ветра, мы оказались в широких объятиях Средиземного моря. Мы пересекли Ионическое и Адриатические моря. Через 16 часов на рассвете мы прибыли в Бари, важный портовый город в юго-восточной части Италии. Когда мы ехали по шоссе, проходящему через весь Апеннинский полуостров, нам было трудно представить себе, как эти волнистые холмы стали свидетелями великих исторических событий. Оказавшись в колыбели великих цивилизаций, мы хотели как можно быстрее добраться до Неаполя, столицы большого региона Кампании. Неаполь – итальянский город, известный всему миру своим оперным театром и музыкальными традициями. Когда мы спросили у местных жителей, почему Неаполь так тесно связан с музыкой, они рассказали нам одну историю. Согласно легенде, давным-давно, недалеко от Неаполитанского залива, жила красивая морская сирена Партенопе, обладающая чудесным голосом. Каждый день в любую погоду она стояла на берегу моря и пела, завораживая моряков своим великолепным голосом. После того, как она умерла, вокруг ее могилы был основан город Неаполь, также тесно связанный с музыкой, как и она. Оперный театр Сан-Карло, расположенный в центре старого Неаполя и рядом с Королевским дворцом, был построен в 1737 году, то есть более 270 лет тому назад. Он также знаменит как театр Ла Скала в Милане и Римский оперный театр. Сан-Карло не только свидетельствует об эпохе процветания итальянской оперы, но и является символом духа неаполитанской музыки. Прогуливаясь по старому городу, по обеим сторонам узких улиц можно увидеть здания в старинном стиле. Небольшая площадь с бьющими фонтанами, плотно закрытые ставни Королевского дворца – это все свидетели древней истории этой богатой земли. Но почему Неаполь стали называть родиной музыки? Мы прошли по извилистым улицам старого города. Перед нашими глазами предстало серое здание консерватории Реджо. Giovan, che è l'editor del gruppo. Во дворе консерватории мы встретились с ректором и профессором дирижерского факультета Франческо Вициоли. Allora, il conservatorio è a vostra disposizione. Ciao. Fai vedere anche io c'è Во дворе консерватории, где растут пальмовые деревья, мы увидели здание в стиле барокко. Древние музыкальные инструменты, выставленные в стеклянных витринах, а также статуи великих музыкантов, стоящие в зале, позволяют посетителям погрузиться в мир музыки. И мы смогли представить себе, какую богатую историю имеет консерватория Реджо. Профессор Вициоли, который сопровождал нас во время экскурсии,
работает здесь уже много лет. Он поведал нам, что консерватория была основана в XIV веке. Quando l'opera italiana ha avuto il più grande sviluppo, fine del 600, del 700, quindi c'era stata una crescita della possibilità di lavoro nella musica, tutti questi mestieri sono stati convogliati nel fare musica. E alla fine questi quattro conservatori sono stati riuniti in un unico conservatorio. Nel 1826. Nel 1826 è stata una data molto importante, perché questo è il più antico conservatorio d'Italia. Переводчик сказал нам, что в итальянском языке слово консерватория до сих пор сохраняет свое первоначальное значение – поддерживать, оберегать. Это напрямую связано с тем, что раньше тут находился сиротский приют. Сироты даже не могли представить себе, что место, где они узнали, что такое человеческая теплота и добро, станет музыкальной святыней, в которую устремятся любители музыки со всего мира. Во время прогулки по первому этажу здания консерватории у нас сложилось впечатление, что мы находимся в маленьком музее музыкальных инструментов. Нам стало интересно, почему их так много и как они сюда попали. Инструменты в консерватории в Наполе. То, что они меня не хотят, я говорю, я говорю, здесь лист. Лист, да? Да. Верги, Эндоре, Эндпатра, Манда, Шама, Юэчи, Хайши, Шама, Тонси, Сунгеджи, Наше внимание привлекли черно-белые фотографии на стене. Особо сильное впечатление на нас произвела фотография аудитории, которая сгорела более 20 лет назад, когда в здании консерватории случился пожар. Неожиданным было то, что весть о пожаре вызвала бурную реакцию в мире классической музыки. Множество людей звонило или отправляло письма, чтобы выразить заботу и сочувствие. Консерватория просто не в состоянии была ответить на все послания. Почему небольшой пожар вызвал такую сильную общественную реакцию? Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы вместе с профессором Вициоли отправились в эту аудиторию. Он сказал, что ответ кроется за двумя тяжелыми деревянными дверьми. Abbiamo come sempre centinaia di quadri. Questi sono tutti manoscritti in francese, sono questi in particolare, adesso faccio vedere un manoscritto, se ce l'ho. Simida. Bellini, la norma, cioè l'Italia, la Gazzolana e Rossini, Donizetti, Donizetti e Scelgevi. Указывая на стопку поставленных на стол нотных тетрадей, профессор Вициоли сказал, что причина бурной реакции всего мира заключалась в том, что в тот момент в библиотеке хранилось более 30 тысяч рукописных нот. То, что мы сейчас можем увидеть, представляет собой только незначительную часть коллекции библиотеки. Эти драгоценные ноты демонстрируют процесс развития оперы не только в Неаполе, но и во всей Италии. Именно они являются самыми большими сокровищами этой консерватории, которая имеет более чем 180-летнюю историю. Поскольку мы посетили консерваторию во время летних каникул, в библиотеке не было ни одного посетителя. Висящие на стене портреты великих музыкантов напомнили нам о консерватории 18 века. Выдвинув ящики, где размещена картотека, можно увидеть каталоги нот, а не книг. Атмосфера старины невольно перенесла нас в прошлое. В конце 16 века во Флоренции, расположенной в северной части Италии, возник новый жанр искусства – опера. В течение следующих 100 лет опера стала популярна в Риме и Венеции.
Будучи одним из самых модных видов развлечения, опера вызвала огромный интерес как у аристократов, так и у простых людей. Затем, в конце 17 века, в Неаполе появилась новая школа оперного искусства. С тех пор итальянская опера в корне изменилась. Неаполитанская школа оперы отличалась музыкальным стилем бельканто и широким использованием арий. Кроме того, развивалось оркестровое сопровождение пения. Было также определено то, что увертюра оперы делится на три части. Эти стили, сформированные музыкантами Неаполя, определили особенности национальной итальянской оперы в XIX веке. Если считать, что основоположниками неаполитанской музыкальной школы являются Алессандро Скарлатти, Джованни Перголези и Доменико Чимароза, которые жили на рубеже 17 и 18 столетий, то выдающиеся музыканты 19 века дали толчок к блестящему рассвету итальянской оперы неаполитанской школы. Сегодня во всем мире известно огромное количество опер, написанных представителями неаполитанской школы, такие как оперы Россини, «Севильский цирюльник» и «Вильгельм Тель», опера «Доницетти», «Любовный напиток», опера «Беллини», «Норма», опера «Верди», «Аида» и «Травиата», оперы «Пуччини», «Мадам Баттерфляй» и «Турандот». Эти музыкальные произведения показывают миру путь развития итальянской оперы. Как в романтических, так и в реалистических произведениях, созданных гениальными композиторами, выражаются такие черты характера неаполитанцев, как искренность и жизнерадостность. Все это стало грандиозным пиром музыкального духа, подаренным итальянцами всему миру. В библиотеке консерватории мы увидели среди экспонатов множество предметов, которыми пользовались музыканты. Capelli del soprano Malibran. Malibran si ga gsi shi jiu shi ji chu da. Мы заметили, что каждая из смежных комнат в библиотеке носит имя одного из знаменитых музыкантов. Проходя через комнаты, мы чувствовали, будто идем по следам людей, которые создали неаполитанскую школу итальянской оперы и дали толчок к развитию этого вида искусства. Консерватория решила выразить мэтрам глубокое уважение, назвав эти помещения их именами. Студенты горды тем, что могут учиться в этой консерватории. В кабинете имени Джоакино Россини, расположенном в самой глубине библиотеки, мы нашли ноты, которые совсем недавно были отреставрированы. Пока мы были увлечены изучением нот, профессор Вициоли сказал, что в библиотеке хранится еще одна нотная партитура, которая была написана Домеником Чиморозой. Вскоре работникам библиотеки удалось найти интересующие нас ноты. Чинесы.
Non è l'autografo, sono tutti manoscritti, ma questo non è autografo. Vedi, è uguale, però sono due copie. Non c'erano le fotocopie, quindi loro scrivevano tutto copiato. Eroe cinese. Глядя на ноты оперы «Китайский герой», нам было трудно понять, как Доминика Чимароза смог написать ее, ни разу не побывав в Китае. Quello che hai fatto adesso, sei cantito di un pezzo a casa, così. Allegro con spirito. Inizia introduzione. Pa-pa, pa-pa, pa-pa. Веселый ритм произведения дал нам возможность понять, как люди того времени понимали значение слова «китайский герой». Длинная береговая линия Неаполитанского залива отличается особенно прекрасными пейзажами. В песне «Санта Лючия» поется именно об этом местечке. Вскоре после того, как мы покинули Неаполь, мы увидели небольшую деревушку, расположенную по обеим сторонам скоростного шоссе. Ее название «Соренто», она много раз упоминается в итальянских песнях. Переводчик рассказал нам, что неаполитанцы – жизнерадостные люди, и каждая секунда их жизни наполнена солнечным светом, как об этом и поется в романтических песнях. Мягкий средиземноморский климат дает этому участку земли природное изобилие, что гарантирует местным жителям счастливую и сытую жизнь. На заводе по производству итальянского сыра, расположенном в пригородах Неаполя, нам посчастливилось познакомиться с господином Марио Ламанной. Переводчик рассказал нам, что вид сыра, которым славится Неаполь, называется моцарелла. Классическая моцарелла производится из свежего молока буйволиц. В этой маленькой лавке продаются только самые свежие сыры, только что произведенные на заводе. Таким образом, люди могут отведать настоящую моцареллу. Здесь мы увидели афиши с портретом Марио Ламанны. Оказывается, что он знаменитый певец, исполняющий неаполитанские народные песни. Мы вместе с господином Ламанной отправились к нему домой в город Эболи. То, что он является одним из народных певцов Неаполя, вызвало у нас большой интерес. В доме господина Ламаны нас тепло встретили его жена и красавица-дочь. My house. My family. E Gerardo dove? Non c'è. Vieni fuori. Дом был наполнен атмосферой тепла и комфорта. На одной стене висели различные грамоты и призы, что позволило нам больше узнать о хозяине этого дома. Оказалось, что господин Марио Ламанна является одним из самых знаменитых в Италии певцов, исполняющих неаполитанские народные песни. Maria Serena,
la canzone napoletana insieme al melodramma italiano dei nostri grandi musicisti, da Giuseppe Verdi, Donizetti, Bellini, Rossini, eccetera, la canzone napoletana racchiude questo sentimento, quest'arte che soprattutto Napoli e in tutto il mondo è conosciuto, proprio Napoli è conosciuto da questa stupenda canzone classica napoletana che in tutto il mondo, ovunque io mi reco a cantare, conoscono tutti, dal Giappone, dall'Australia, in Brasile, in Argentina, in Germania, napoletana, questa meraviglia, questa cosa stupenda. Марио родился в неапольской крестьянской семье в 40-х годах прошлого века. Еще в раннем возрасте у него обнаружился талант певца. В 50-е и 60-е годы Мария Каллас была признана самой лучшей оперной певицей мира. Эта великая оперная дива оказала сильное влияние на развитие оперного искусства 20 века. Ей нет равных даже сегодня. Господин Ламана признался, что Мария Каллас оказала большое влияние на него как вокалиста и как артиста. По его мнению, исполнители неаполитанских народных песен, продолжая и развивая оперные традиции, проявляют глубокие эмоции на основе точного восприятия содержания песен. И только когда исполнители поют от души, в них полностью отражается глубина их чувств. Знаменитый итальянский тенор Лучано Паваротти был одним из лучших друзей господина Марио Ламаны. Паваротти высоко ценил Ламану, называв его самым прекрасным во всем мире исполнителем неаполитанских народных песен. В последние годы Марио часто гастролирует по различным районам мира, исполняя своим звонким голосом прекрасные народные песни Неаполя. Ламана сказал, что он давно планировал посетить Китай с концертом. Он также выразил надежду, что китайская публика получит возможность услышать неаполитанские народные песни. В 8 часов вечера того же дня на площади в городе Эбболи господин Марио собирался устроить специальный концерт. Несмотря на то, что его слушателями являются лишь местные жители, он отнесся к этому очень серьезно. Он сел за фортепиано и начал распеваться. В 7 часов вечера, за час до начала концерта, мы прибыли на концертную площадку. Специалисты уже начали установку концертного оборудования и приступили к другим подготовительным работам. Сцена была сделана из деревянных досок. Афиши, которые мы видели чуть раньше в магазине сыров, были развешаны в качестве декораций. Местные жители начали постепенно занимать свои места. Концерт начался минута в минуту. Когда Марио запел, мы заметили, что его супруга начала ему подпевать. Видимо, она полностью погрузилась в выступление своего мужа.
l'uomo abbraccia una ragazza, l'uomo che aveva pianto. Мы заметили, что все зрители были поражены мастерством певца. Некоторые из них спокойно слушали, другие стали напевать те песни, которые они знают и любят. Каждый по-своему наслаждался народными песнями в его исполнении. Мы покинули это место глубокой ночью, но концерт все еще продолжался. Через много лет мы будем с радостью вспоминать прекрасные мелодии, которые мы услышали на родине музыки, в Неаполе.